Как избавиться от стеснения? Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что я сам по себе, ну, довольно-таки стеснительный человек. И особенно в детстве, я помню, когда меня просили там как-то выступить, что-то сделать, мне легче было куда-нибудь спрятаться. Знаете, на самом деле стеснение, оно скрывает в себе порой не просто какую-то, знаете, как там физиологическую, да, мне там не нравится мое тело, там, как часто могут люди говорить, или там не нравится мой голос, или что-то еще. Там часто есть в глубине вот этого некое непринятие себя. То есть я не принимаю себя. Не принимаю то, что я могу что-то сделать для людей. То есть ценность какую-то я несу. Вот это несет. Человек, который принимает ценность своей жизни, принимает ценность, что в его жизни есть что-то важное, и в этой жизни есть мое место. Он не стесняется. Он проявляется. Но когда у человека нет вот этой опоры некой, он как будто, знаете, играет чужую роль, и в этой роли он пытается что-то такое сделать, чтобы кому-то доказать что-то. Он это делает, знаете, как вот стеснительные люди делают это вот так. Там прячась как-то, пытаясь замаскироваться, у них голос такой очень становится. Люди, которые играют не свою роль, но делают это напористо, они могут чересчур там давить или как-то там какой-то голос так брутальный иметь или что-то, или слишком такой въедчивый голос. Да? Но человек, который не пытается чью-то роль играть, он очень естественен. И он звучит по-естественному, он не стесняется своей естества своего. Я вот недавно видел видео с одной девушкой, которая, знаете, вот у нее есть такой вот, как это сказать, слово правильно подобрать к ней, чтобы не обидеть этого человека. Про нее ходит вот такая легенда, что это самая некрасивая девушка. У нее действительно очень такое, ну, некрасивое лицо. И она в какой-то момент действительно очень стеснялась. Ну, вот у нее болезнь физиологически, она очень, может быть, кто-нибудь из вас видел, понимает, о ком я говорю. И она рассказала, что когда она выставила в интернет свои фотографии, она увидела, что огромное количество людей стали писать, там, уродина, не живи, то есть какие-то страшные вещи. И она, ну, поняла, что, ну, смысл обижаться на этих людях. Но потом ее осенило, все эти люди – это мои подписчики. Я могу что-то интересное сказать. И когда она стала людям раскрывать свое сердце, свою душу, а это очень глубокий человек, люди увидели, какая она красивая внутри. Понимаете? То есть ценность, она может быть внешняя. И я стесняюсь внешности. Но когда я соприкасаюсь сам с собой, я чувствую, как мне интересно быть самому, самим собой. И людям это становится интересно. Тогда я не стесняюсь, а я как будто сам удивляюсь этому. Ну вот, наверное, вот так на ваш вопрос можно ответить.